Сергей Сахацкий. Стих называется «Корм». Обязательно в микрофон говорить? А если можешь говорить? В аду есть пыль шагающих сапог, блевотный смрад красных листовок, жирная падаль и зовущий рог. Война иных не имеет трактовок. Печь преисподней такая же фабрика. Печать простых зеленых бумажек. Сегодня человек, а завтра паприка. Бизнес смерти не имеет поблажек. В глазах теперь другая картина. Ад обратился партией в покер. Ты для страны простая скотина. Обычный солдат, обычный рокер. В мире славянин или поляк просто ресурс, а на выходе деньги. Незурядный, мертвый пустяк смешается быстро в зеленом оттенке. Дарвинист, православный и патриот считает своих же братьев врагами. Очередной потребитель, слепой идиот, без общей земли под своими ногами. Второй стих называется, да не имеет он названия. Я нарисую смерть на фоне города, на фоне тысячи огней. Я нарисую жизнь на фоне голода, на фоне тысячи людей. Я черкну правду среди лжи, среди бесчисленных советов. Я смажу краски той любви, что мрет под тяжестью заветов. Я покажу, как проросла мимоза на фоне выжженных полей. Я посмеюсь, как засыхает роза на фоне тысячи морей. И, наконец, добавлю пару желтых пятен в толпу бессмысленных людей. Случайно брызну душ, так с пару сотен, среди годов без теплых дней. Конец. Ну и третье стихотворение называется «Карибский кризис». Проснулся, не слыша пения птиц. Выпил стакан пресного кофе. В шляпах на улице люди без лиц. Свой и чужой в одной катастрофе. В парках гуляют ни дети, ни куклы. Солнце звенит светом в ушах. Видит медведь тебя из-под лупы. Слышится вера в редких словах. Кажется счастьем в свете событий. Ночь укрыться слепой пустотой. Силой собраться и без чаепитий взять и покончить трудной судьбой. Но снова на утро напишут в газетах о том, что заката не видно борьбе, и оба народа в моральных заветах продолжат блюсти жизнь по нужде. Одни ежечасно боялись сирены, оглохли другие за красной стеной, но светлого завтра оба хотели на чем-то помимо пепла с золой. Понятно.